Поздравляю всех с окончанием второго этапа Кубка Бешеного Хомяка. Как всегда, он подтвердил свое название. Собрались только самые бешеные и больные с финбол. Всех поздравляю. Спасибо. Это послание для всех, поэтому сейчас хватаемся. Короче, за третье место в Кубке Бешеного Хомяка поздравляю второй состав команды или первый состав команды. Или первый состав команды «Вежливые люди» в составе Романа и Ивана. Попаем. Третье место. Все, целую, вручай. Стеснительная такая. Ох ты какой! Он больше всех любить хотел. Второе место заняла команда из... Второе место занял команда КПК «Неубежимый» в составе Андрея и Юрия. Вот она, Юрия. Вот она, Андрейка. И первое место. Сборная «Солянка». То есть это показывает то, что у нас и в одной команде КПК «Неубежимый» есть сильные ребята, и есть сильные ребята в команде «Вежливые люди». Сборная «Солянка» получилась. Первое место занял во главе. Во главе двоих людей это Рус и Дима. Первое место. Так, спасибо. Ну и так, как-то у нас получилось, что у нас первое, второе, третье место разыграли и в дисциплине один на один. Соответственно, третье место у нас занял парень под именем Рус. Держи. Один на один. Молодец. Второе место у нас занял. Второе и первое место у нас заняли парни из команды «Вежливые люди». Молодежь и не молодежь. Что у нас? Второе место кто занял? Дима. Второе место Дима. Дима. Второе место Рома. Они сами поменяются, если что. Ну и первое место Рома. Все, сам себе не аплодирую. На самом деле хочу отметить малого. Андрюшку? Да, он молодец. Очень прибавил по сравнению с прошлым турниром. Да. Шустрый, быстрый. Это второй поэтому... турнир, да, его? Да, поэтому я третье место жизнь ему отдаю. А первое не мог, да? Всем спасибо. Команду награду не могу. Всем спасибо, а теперь попрошу перевернуть медальки. Тут на русском написано «Fuck all, I play paintball». То есть и вот так сейчас сфотаемся для всех. Это посыл всем тем, кто не пришел на турнир. Вот так прям всем покажи, вот так вот. Юра вообще, блин, бежно, вот так вот. Я даже так показать не могу. Все, всем спасибо. Давайте Даню поздравим. С днем рождения. А мы, например, карамельку вручили. Ну, можно. Что, жалко еще одну обертку, это, шарик завернуть, подарить. Не жалко. Не бросай нас, Даня. Да. Мы тебя все любим. Ты доказал, что старые пердуны еще могут что-то сделать на поле. Ну, торт бы мог привезти. Все, спасибо всем, ребят.